Грузины поняли, что возвращение на круги своя – это возвращение в СССР-2. Грузинские концептуалы прозрели. Это не разделение властей на законодательную, исполнительную и судебную, как у масонов, и как в Конституции Российской Федерации. А это соединение властей в одном лице, духовное, царь-священник, военная и светская власть. Перед 20-м съездом Коммунистической партии Китая, который должен сделать Си Цзиньпина императором, эту шанхайскую франду с демократией, либералами, ориентированием на доллар США, вот это надо подавить. Вы нам там рассказываете, империалисты американские, про Тайвань, и, понимаешь ли, наускиваете демократическую прогрессивную партию Тайваня, значит, против матери Родины, мы вам тогда устроим Кузькину мать через, понимаешь ли, разрушение технологических цепочек, ударим по вашему производству.